ухажер внизу. А ну его. Может, подаришь? Забирай. Добра-то, две брючины, весь мужчина. Бесстыдница. И где ты таких долговязых достаешь? Чего? Долговязый? А долговязый не мой, между прочим. Голубева, никак это к тебе, а? Ну, а что такого? Да чего? Спасибо. Хватит, ведь и хватит. Опоздаю я. Увидит нас. Ой, ну... Ну, ладно, завтра. Почему завтра? Ну, сегодня. Ну, ладно, хватит, уходи. Уходи, уходи. Между прочим, я завтра в том карьере работать буду. Ну, да. Ой, ну... А вон наш балкон. Вон велосипед стоит. Видишь? Вон тут? Да. Катается, да? Ну что ты, малому, малый муж. Зинь, приходи пораньше. Ладно. Здрасте, Зинаида. Здрасте, Юрий Васильевич. Здрасте. Здравствуйте.
Боря, который час? Боря, у меня билетик счастливый. Во. Батюшки, что ж такое? Ой. Ну-ка посмотрим. Ух. По-иностранному написано все, ну. Это ты мне, Боренька? Ну, спасибо. Ты мой сыночек. Ну, спасибо. Ты мой хороший. Не надо. Боря, если у меня ребеночек будет, как ты к этому отнесешься? Ты ждешь? Нет. Но очень хотела бы. Я потерплю, мам. Мать, ты чего? А? Чего ты встала-то? Да нет, я не в том смысле потерплю, мать. Я понимаю, но не могу я так сходу, мать. Ну чего ты? Ну идем, ладно, чего ты села? Мы так волновались, что ты потерял. Да ладно, ну я же живой, мать. Ну хочешь мы с ним завтра на хоккей пойдем? Хочешь? А? Хочешь? Хочу. Шайбой? Хочешь? Мать, я сейчас.